Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я расскажу вам о токене в сети Solana. Это сразу хочу сказать, это не просто какой-то левый ноунейм щиток от какой-то СНГшной тимы, там с капой в несколько тысяч долларов. Нет, это большой, огромный, фундаментальный токен от всеми знакомой площадки. И это не о токене Вен. Вы знаете, я вчера записывал видеоролик про Solana бота, от которого мы ждем дроп, которым я рекомендую вам пользоваться даже без дропа, потому что максимально удобно покупать, продавать токены. Но нет, это будет речь не о токене Вен. О каком токене я вам сейчас расскажу, что это за токен и почему в самое-самое ближайшее время он может дать какие-то иксы. Я сам сейчас его куплю, и куплю причем на очень нормальную сумму, куплю через этого бота. В общем, друзья, максимально полезная, максимально топовая информация, обо всем сразу расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Так, давайте сделаем привычный нам экран. И давайте, друзья, с чего начнем? Вчера я записывал, или вчера, или позавчера я записывал видеоролик о Solana Trading Bot. Да, рассказывал, что будет от него дроп, возможно, что им рекомендуют торговать, продавать. И рассказал им, что была раздача токена VN, токен, который сейчас бесплатный на один аккаунт, который сейчас торгуется там порядка 80 долларов. Раздача была от BonkaBot, Юпитера и так далее. Хотя по факту, когда я углубился в эту тему, оказалось, что там еще какой-то вообще... другая платформа замешана в раздаче, а Юпитер просто принимал участие, потому что это первый токен на лаунчпаде, который у них запустился, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и куча всего. И, собственно говоря, в данный момент этот токен торгуется, имеет капитализацию там 110 миллионов, где-то около того. Токен Вен, о котором было в прошлом видео речь, который все знают и который сейчас на хайпе. Но я хочу вам рассказать не об этом токене, а речь у нас пойдет о токене MockJub. Что это за токен? Друзья, во-первых, вы можете посмотреть, вы видите графики данного токена, и сразу обращу внимание, что капитализация в данный момент 16 миллионов. Я сегодня утром хотел его купить по 13. Смотрите, хотел вам показать прикол. Смотрите, что такое. Смотрите, сколько мне ждать разблокировки. Друзья, маленький, не по теме дисклеймер, а если будете депать что-то на биржу Bybit, то не депайте в сети Zcasinka, потому что ждать Unreal, если вам нужно будет сразу вывести. И да, друзья, точно так же еще хочу сказать один небольшой дисклеймер, хотя под каждым видео написано, это не финансовая рекомендация. Проводите свое собственное расследование касаемо любых инвестиций в криптовалюте. Я лишь просто рассказываю, показываю, а вы принимаете решение сами. Покупать или не покупать, инвестировать или нет. Полный Dior и Resich самостоятельно. В общем, друзья, токен MockJub. Что это за токен? Это токен, так называемый тестовый токен от самого Юпитера. Да, от того самого свапалки Юпитера в сети Solana, самый знаменитый. И вот они запустили свой токен. И просто они сделали его ради теста, ради, так сказать, прикола, ради прикола, да. И токен полетел. То есть просто комьюнити взяла и закинула токен аж на 16 миллионов капы. И теперь скромный вопрос, почему я сейчас куплю на 500 долларов именно вот этот токен MockJub, а не токен Вен? В общем, друзья, у токена Вен капитализация 116 миллионов, ну, короче, будем говорить 110 миллионов, это первое. Второе, огромный дроп, то, что там миллион раздали, окей, не все заклеймят, тоже хорошо, но также и многие сидят, которые еще не продали свой дроп. Вы понимаете, сколько кошельков, которые ждут цену выше? То есть, как по мне, давление будет постоянным, а вот здесь нет. Ну и капитализация у данного токена 16 миллионов, то бишь в 10 раз почти меньше. И вот именно MockJub токен, я считаю, такой, знаете, скрытой лошадкой. Все говорят про Вен, все рассчитывают на Вен, а вот 31 числа, когда от самого Юпитера еще получат люди дроп, я ожидаю иксы увидеть именно здесь, именно у токена MockJub, а у него токена Вен. Но, как бы, я вам просто говорю, просто рекомендую, мне сказали люди, которые занимаются Solana, которые видят в этом потенциал, я передаю вам, не могу назвать какие-то конкретные факты, имена и так далее, но вот как есть, так есть. И теперь давайте, друзья, мы его купим. И купим это через бота. Я еще раз вам покажу, как это сделать и почему это максимально очень сильно удобно. Значит, перейдем именно давайте в бота, откроем Sol Trading Bot. Нам нужно будет сделать наш новый кошелек.
Значит, давайте нажмем старт. Нет, снайпер нам сейчас не нужен. Давайте нажмем старт, откроем wallets. Во-первых, нам нужно удалить все наши кошельки. Remove all, убили, удалили. Yes, значит, вводим, что мы удаляем все наши кошельки. Что это, блядь? Yes. Yes, и теперь нажимаем... друзья, сейчас я сделаю новый кошелек, но отключу экран. Почему? Потому что появится и новый кошелек, номер кошелька, и приватный ключ. Так как я хочу купить именно через Sol Trading Bot, чтобы я постоянно мог отслеживать процентное соотношение токена, чтобы было удобно покупать, продавать какую-то часть от пула, не переходить на постоянно на вот эту свапалку и так далее. Я сейчас отключу экран, сделаю кошелек, депну туда, ну и дальше продолжу именно как покупка. Все это можно будет показать, значит... Давайте мы сейчас сделаем вот так, захват мы, наверное, сделаем вот так, я думаю, что его будет не видно, Отлично, нажимаем, значит, Generate New Wallet. Давайте я скопирую, все это запишу, удалю, и мы с вами продолжим уже дальше. Окей, окей, значит, это у нас номер кошелька, и нам нужен приватный ключ. Я его импортировать никуда не буду, ну и не надо думать, чтобы вы его видели, потому что я сейчас туда кину 5-6 салан, короче, баксов на 500, я этого щитка сейчас куплю. Значит, окей, сделали, сделали, теперь мы вот это, значит, давайте еще раз скопировали, и вот это мы удаляем, удалить, окей, и теперь мы можем, давайте я верну обратно экран, и мы продолжим всю эту движуху, так. Экран вернул, должно быть все видно. В общем, смотрите, друзья, я сделал новый кошелек, и теперь давайте мы его пополним. Открываем наш кошелек Phantom, Solana. Я буду пополнять Solana, можно с биржи, можно с Solana. Еще раз повторяюсь, торгую именно через Sol Trading Bot, потому что это удобно. Раз, потенциальная раздача ретродропов, два. Значит, нажимаем отправить, вставляем адрес нашего кошелька, вставляем сумму, и давайте так еще раз перепроверим на всякий, потому что копировал 9ZEO. 9ZEO, это он. И сумма, давайте мы его купим, значит, на 5 салан, 500, давайте 5, я хочу именно на 500, 5.0, 5.1, чтобы было на комиссии туда-сюда. Значит, отправляем деньги. И сейчас мы его купим. Значит, друзья, что нам делаем далее? Деньги пошли, пока мы ожидаем деньги, еще раз повторюсь, вот этот щиток. Люди, которые посоветовали, которые говорят купить, ожидают здесь, ну, капу в 100 миллионов минимум. А от этих, это порядка 8 иксов. Мне, если я сейчас возьму его на пятихатку, да, на 500 бащинских, мне хватит и 5, вот так. Ну, прям я буду доволен. Даже при 3 я буду доволен. Я его покупаю, еще раз повторюсь. Токен Вен, я думал, реально думал, но прикинул туда-сюда, туда-сюда и решил, что вот это скрытая лошадка как-то интереснее. Мне кажется, вот будет очень интересно, когда все втаривают вен, а 31 числа, когда Юпитер раздаст свой личный дроп, все заберут все-таки мокджоп, а не вен. Будет очень интересно. Значит, что мы делаем далее? Далее нам нужно скопировать адрес контракта мокджоп, адрес токена мокджоп. Вот он адрес, мы нажимаем его копировать. Я думаю, деньги пришли, сейчас проверим. Нажмем еще раз старт. 5.1 сол. Так, давайте я перепроверю, чтобы нигде мой приватник не вскочил. Ладно, я потом буду пересматривать, все равно перепроверю. Значит, что мы делаем далее? Вставляем адрес контракта. Вот он, друзья, адрес нашего токена. Все правильно проверили, что у нас здесь написано MockJob. Проверили адрес, нажали, вставили его в бота. Просто смотрите и наблюдайте, как это просто делается. Вставляем адрес бота, окей. И все, и мы можем купить buy 0.3, buy 5, 0.2 и так далее, и так далее. Я кинувал 5 и решаю залететь на 500, поэтому я нажимаю buy XOL и ввожу сюда просто 5. Нажимаем ОК и смотрим, что у нас будет. И транзакция прошла, даже мы сейчас можем, друзья, сейчас мы можем ее посмотреть. Она должна или появиться где-то вот здесь, наша покупка на пятихатку. Должна появиться, может подлагит. В общем, не суть. Ну и все, в принципе, вот теперь мы видим наш, сколько я купил, 5. Кстати, цена, видите, немножко растет. Пул, ликвидацию, market cap 142. Все. Отлично. Так, это все есть. Так, сейчас, секундочку. Так, друзья, немножко пришлось нажать на паузу. Значит, еще раз, на чем мы остановились. Вот. И, собственно говоря, теперь мы видим, сколько я купил, сколько я могу забрать прямо сейчас. Как видите, у меня даже плюс 4% каким-то чудом появилось. То есть, если сейчас продам, заберу плюс 0.2 соло. И также мы можем продать
10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 90%, продать полностью, продать часть токенов, любая операция. При этом еще раз напоминаю, что самое главное, что мы можем делать объем. Друзья, максимально удобный бот. Вам не нужно постоянно коннектиться и вот этой всей херней заниматься. Сейчас 2024 год. Прекращайте как в 2021 году, чтобы купить токен, куда-то перейти на свапалку и так далее. Учитесь, реально, развивайтесь, учитесь пользоваться, учитесь торговать, потому что это очень удобно. Вы когда нашли контракт, чик-чик, встали, секунда, 5 секунд вы купили. В общем, друзья, давайте подведем еще раз итог и на этом будем заканчивать. Сейчас Юпитер это очень, Солана в частности, и в частности Юпитер это очень хайповая тема. В данный момент у нас есть два основных топовых щитка, которые есть в сети Солана. Это MockJob и это щиток Вен. От Вена получили 1 000 000 кошельков, раздачу, которая сейчас, она один кошелек, оценится порядка $80. Маркеткапа у Вена 110 миллионов, маркеткапа у MockJob это 16 миллионов, то бишь, ну скажем, 8 раз меньше, чем у Вена. А MockJob это так называемый тестовый токен, который само комьюнити разогнало. Токен VET это токен, который был первый залищен на площадке Юпитера. Я все-таки ставлю именно ставку на MockJob. Это скрытая лошадка. И 31 числа, когда все получат раздачу от Юпитера, здесь, я думаю, мы можем увидеть иксы. Возможно, это будет в токене Вен. Каждый инвестирует в тот, который ему нравится больше, но я верю конкретно в этот токен. В общем, друзья, надеюсь, видео было полезным. 31 числа я дам отчет. Мы, кстати, еще какой плюс у этого бота, то, что здесь можно будет нажать вот сюда. Давайте вот сюда. И мы можем посмотреть, в какие у вас проценты по вашему токену в моменте. Вот именно прямо сейчас. Там сколько? Плюс 5, плюс 10, плюс 20, плюс 30%. Немножко подлагивает. Ну ладно. Бля, ну я бы хотел показать. Вот, минус 4.33. Ну, минус 4.33. Ну, не плюс 4. Ну, ничего страшного. А здесь будет плюс 100. И когда будет плюс 100%, вы понимаете, что у вас уже есть X2. В общем, друзья, все. На этом у меня все. Еще раз повторюсь. Ссылку на бота, ссылку на контракт этого токена, ссылку на токен Вен и этот токен оставлю в описании, а вы уже принимаете решение. Решение сами. Покупать что-то или не покупать. Покупать этот какой-то или не покупать вообще ничего. Всех обнял, приподнял. Всем профита. Всем спасибо. Всем пока.